Министр образования и науки Тувы посетила университеты Новосибирска и встретилась с министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. Руководители образовательных ведомств соседних регионов обсудили вопросы важности кооперации и создания специализированного центра по выявлению и поддержке одаренных детей. Также в разговоре были отмечены успехи студентов из Тувы и выделение целевых мест в вузах Новосибирска для нашей республики в 2018-2019 учебном году. Итогом поездки стало то, что Тува и ряд вузов Новосибирска договорились о проведении Всесибирской олимпиады и летней школы по математике, физике и информатике в Республике Тыва. Заключен договор о выделении целевых мест по подготовке специалистов для горнодобывающей отрасли и о проведении геологической олимпиады школьников. Одним из важных моментов стала встреча с руководством Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Директор вуза отметил высокий интерес к проекту по подготовке управленческих кадров для Тувы. Стороны договорились об общей инициативе специальном целевом обучении. ВОЗ взял на себя ответственность разработки проекта для субъектов Сибирского федерального округа, а Министерство образования и науки Тувы в лице Татьяны Санча – пилотного проекта для республики.